Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы приехали в город Железнодорожный на наш объект, который мы построили ровно год назад. Вашему вниманию представлена торговая галерея, которая находится около торгового центра «Малахит». За год эксплуатации с торговым павильоном ничего не произошло. Как вы видите, цвета остаются такими же яркими и насыщенными. Это все благодаря материалам, которые наша компания применяет при строительстве павильонов.